Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня пришла ко мне вот такая-то вот посылка. Мой заказываемый VR или 3D очки, или как еще сказать. Сейчас давайте посмотрим. Дешевле я не нашел на AliExpress. Ссылочку на них я тоже дам под видео. Брал я их вместе с пультом, Bluetooth пультом для Android устройств. Так. VR Box. Вот такой вот пульт Android. Можно включить на Android, но можно включить на iOS. Так, вот тут здесь у нас две кнопочки. Джойстик, кнопка включения. Ну, так, ладно. Давайте посмотрим сам этот VR Box. Вот сам VR Box. Так, у нас здесь салфетка для протирания линз. Так. Это ее, наверное, надо вытирать так. Вот так вот он выглядит. Так, давайте рассмотрим поближе. Значит, выполнены очки из пластмассы полностью. Имеется здесь вот такая вот крышка для вставления сюда смартфона. Смартфон подходит от 4,7 до 5,5-6 дюймов. Вот такая вот крышечка. Здесь установлены две линзы. Вот линзы регулируются вправо-влево для настройки эффекта. Так, здесь имеется здесь вот такая вот крышечка. Именно вот этим пультом. У нас здесь есть переключение на Android и iOS. Допустим, мы включили на Android. Зажимаем вот эту вот кнопочку. Вот, увидели, моргнул. И на самом смартфоне ищем. Включаем Bluetooth. Ищем. Вот, допустим, у меня вот VR Box он нашел. Вот идет соединение. Сейчас мы его еще раз запустим. Вот все, сопряжение прошло. И все, можно будет управлять, ставить сюда смартфон, запустить приложение и управлять, переключать полностью все громкости и все остальное. Значит, необходимо для того, чтобы вам смотреть, необходимо будет зайти в Play Market, прописать VR Box, вот, и выдаст очень множество приложений, игр, плееров. Есть разные плееры, которые можно установить, и он будет экран делить на две части. Вот так, что еще? Ну, сейчас попробуем сюда вставить сам смартфон, ну, хотя бы немножко посмотреть, как оно будет. Так, скачали мы приложение, запускаем его. Так, вот оно у нас началось. Можно установить пульт. Вставляем его. В эту крышечку. Так, ну вот, как мы видим, там уже процесс идет. Вот, выставляем центр. Ну, тоже по зрению, как оно будет. Вот. И, в принципе, вот вам весь ИВР. Кстати, купил я его очень дешево, самим видео. Все, спасибо, всем пока.